тяжелый соперник, поле довольно вязкое, не очень хорошего качества, не позволило так комбинировать в тот футбол, показывает, к которому мы привыкли играть. Но очко на выезде нужно расцениться как положительный результат. Счет по игре, как ты считаешь, 0-0 сегодня? Ну, у меня складывается впечатление, что мы все-таки были ближе к забитому голу. Поэтому я думаю, что все-таки мы владели больше преимуществом и были ближе к голу. Витебск – такая команда, которая много не забивает. Насколько тяжело было сегодня взломать оборону соперника? Было довольно-таки тяжело, потому что довольно-таки высокие ребята, крепкие. Неплохо они защищаются, что говорит, у них мало пропущенных, мало забитых. Ну, опять же, фактор поля, который не позволил где-то комбинировать так, как мы любим. Во втором тайме показалось, что команда наша более активно пошла и более активно прессинг был. Да, согласен, все-таки в перерыве внесли какие-то коррективы, и команда выходила агрессивно добывать победу. Мы приезжаем на выезд только за 3 очками, поэтому, конечно, мы выходим добавлять, прибавлять и добывать очки. Была возможность дожать сегодня соперника? Да, я думаю, да.